Здравствуйте, меня зовут Проскурин Алексей. Я работаю главным физиком на атомном ледоколе «Таймыр» в ГУП «Атомфлот». Свою трудовую деятельность я начал в 2008 году после окончания Томского политехнического университета по специальности ядерные реакторы и энергетические установки. После окончания обучения распределился на ГУП «Атомфлот». Ну, были, конечно, и другие варианты. Можно было поехать на атомную станцию. Но меня привлекло необычность, может быть, даже немного романтики, что ли. Ну, в общем, выбор остановился на этом месте. Я был направлен на атомный ледокол «50 лет Победы». Там учился, знакомился с оборудованием, с механизмами, с которыми придется работать. Знакомился с экипажем. После окончания обучения и сдачи экзаменов я начал работать инженером первой категории, оператором. Ну и потом, после непродолжительного времени, мне предложили работать главным физиком на атомном ледоколе «Таймыр». Я согласился, естественно. Ну и с того времени работаю здесь. Моя работа заключается в безопасном управлении реакторной установкой и обеспечении ядерной безопасности при ее эксплуатации инженерами первой категории операторами, чтобы обеспечить бесперебойность и ход судна. У нас важна сплоченность, взаимопонимание, единая команда. Перед каждым выходом в море мы проходим тренажеры, и вот там как раз и отрабатывается вся эта схема. То есть конкретные рабочие ситуации с отработкой механизмов и, естественно, действия операторов, всех людей, которые находятся в СПО. От меня зависит работа реакторной установки. Я обеспечиваю машинную установку паром нужных параметров. Ну а дальше крутятся турбины, крутятся винты и едет пароход. Если бы у меня была возможность по-новому выбирать свою профессию, свою должность, я бы, мне кажется, выбрал бы опять все то же самое. В нынешнее время строится очень много новых мощных атомных ледоколов, поэтому необходимость в молодых энергичных кадрах очень высока. Если вы учитесь в опорном университете Росатома и хотите связать свою жизнь с атомным ледокольным флотом и в целом с Арктикой, то добро пожаловать к нам. Увидимся на борту.